Всем привет, меня зовут Руслана, и сегодня у меня такая радость, то что у меня, в общем, теперь, скорее всего, будут много золотых рыбок маленьких, потому что вот у меня икринки от золотой рыбки, они уже, короче, скоро должны родиться, и родились уже несколько мальков, но они еще слишком маленькие, поэтому они не умеют плавать. Показать я, может, не смогу, а может и нет, я не знаю. Вот один малек, если вам видно, вот он. Сейчас фокусируйся. Вот, видите, один малек уже. Он еще маленький, поэтому плавать не может. Не волнуйтесь, он не мертвый. Вот. И если они уже родятся все, я потом сниму видео, как они будут плавать. Они только, эти мальки только через 2-3 дня начнут плавать. То есть там вот у меня еще икринки сейчас. Фокус, фокус. Смотрите. Вон еще много икринок, они все желтенькие. Вот они. Видно там очень много. Каждый день я... Ой, извините. Каждый день меняю воду, поддерживаю температуру вот им. Вот на градуснике сейчас. Вот так вот. В общем, вот так вот. Я очень рада, если у меня родятся рыбки, я буду очень радостная. Вообще, я с ума, наверное, сойду. Потому что такого никогда не было. У меня еще была еще беременна Гуппи. Она уже должна была рожать. И она, короче, умерла в итоге. И мальки тоже были мертвые. Вот так вот. И вот эти скоро должны родиться. Когда родятся, я, наверное, вам сниму еще отдельное видео. И всем пока-пока-пока-пока-пока!